Вот такой бассейн Infinity. Бачты и Джей сразу. Юль! Он придет? Он ко мне заезжает. После 6 часов вечера идут скидки уже на... Впечатление? Класс! Класс? Тебе понравилось? Да. И сегодня. На канал. Сделали вообще классно. Смотри, какие грибочки. Жить в джакузи. Джакузи. На минут один круг, одно фото, 1000. А у нас уж другий день в Одессе. А, вернее, третий. ЖК Гагаринский. Такий фонтанчик. От ми живемо на 21 этаже. Поки спустися, хана. Так, дівчатки, зібрались. Мілка, куди ми сьогодні їдемо? На расслабоне, на чиле. Поэтому вот сейчас. Поднимаемся на 6-й поверх. Миле можно на 6-й? Она вот на 7-й, там где Infinity бассейн, уже нельзя. Не, с той стороны еще джакузи есть. Мы расположились на 6-м этаже. Там внизу пойдем. Можно пользоваться Infinity. Есть еще Infinity на 7-м этаже. Позже вам покажу. 1000 гривен вход с Infinity. Зона 18+. Такой бассейн. Infinity. Какая красота! Вот такой бассейн Infinity. Тысяча гривен в день до 10 вечера. И вы балдеете. За ваши деньги любой каприз. Вот такой барчик. Водички. Можно заказать пивко. Музыка играет за баней. Тут соленая вода. Да, соленая вода морская. Чем такой парчик. Такая краса. Очень круто.
тоже лежаки можно. Такая зона полежать. Вот так это выглядит сверху. Я только что там была. Море наше любимое, Одесса. Ну, сюда только 18+. А мы, получается, на 6-м этаже остановились. Вот, мы на 6-м этаже. Тут можно с детками. Вот они, вверху мои красавицы. Вот Милана. А вот Дотя. Тоже Infinity, но такой небольшой. На 7-м, конечно, покруче. Тепленькая водичка. А кто тут такой бежит маленький? Тебе нравится? Да. Где это? А можно я в джакузи буду? Ты в джакузи будешь? Да. Ты в джакузи? Скажи джакузи. Джакузи. Вот здесь дельфинчики. Сегодня среда, сегодня акция. 10 минут 3000, вообще 4000 это стоит. Либо 1 минут, 1 круг, 1 фото, 1000 гривен. Такие расценки. Вход сюда и на джакузи на 6 этаж 700 гривен. Если еще с Infinity, там где 7, на 7 этаже, это будет стоить вам 1000 гривен. Цены одинаково, для детей скидок нет вообще. До 3 лет только бесплатно. Кого? Шляпу. Шляпу, ты куда идешь? На дельфинов кататься. Дельфинов кататься? Ты куда едешь? Я на бассейн детский. Бассейн? Да. Когда на дельфинов кататься. Смотри, дельфинчик рядом с тобой плывет, милочка. Вот он, дельфинчик, рядышком. Видишь, какой? Пойдем. Пойдем, куда идем? На горку? Пойдем. Да, давай, Family Beach. Пойдем. Такая зона находится в тенечке. Походу не только детская.
Мы когда были два года назад мы были в Немо. Этой зоны не было детской. Прикольно сделали, вообще классно. Смотрите, какие грибочки. Милку мы отсюда не вытащим точно. Бассейны все подогреваются, тепленькие вообще. Кататься на дельфинчике. Да, я хочу прямо сейчас. Тебе круто повезло, сейчас акция в Немо, да? 1500, 10 минут всего лишь там делов-то, да? Минуты и секунды. 10 минут будешь плавать. Минут? Подписывайтесь на канал Жизнь Travel. Жизнь Travel. У нас много интересного, да? Да. Девочки, жилетик нужен? Нет. Нет? Нет, у меня рука. У нас тренер, наверное, попросит их снять, потому что у нас девочка Татьяна может испугаться и оденет свой жилетик. Хорошо? You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy. Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. And waterfall. Oh, you got me chasing waterfalls. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic. These days I just don't know. Pick a fence in the valley. I hope it's losing its hold. You know the mother girls will love you like I do. Впечатление? Класс. Класс? Тебе понравилось? Да. Смотри, как он на тебя смотрит. Он с тобой прощается. Ой. Гераки большие. Придет. Ну ко мне заезжай. Как тебе дельфинчики? Понравились? Да. Ну как, водичка, мил? Горяченькая. Горяченькая, солененькая, да? Давай на эту сторону. Да, там ступенька, да? Не, нырять не надо. Так с тобой балок научиться. Я думала, ты нет. Я плаваю. Я плаваю. Я плаваю, я плаваю. Плыви. Отдыхай. Отпускай. Давай. Стой, подожди, на счет три опускаешь руки. Раз, два, три. Что это за водохлеб у нас, да?
А на маму посмотри. И что ты делаешь? А рыбку ловят, ребят. И вон рыбаки. В общем, хватает народу интересного. Внизу уже солнышка нет. А наверху еще солнышко. И с правой стороны сейчас идет ремонт. Получается, если смотреть с моря, с левой стороны идет ремонт, а справа вот шестой этаж. На шестом этаже можно с детками, а вот выше, вот здесь, выше тут Infinity, туда уже с детками нельзя, только 18+. Поэтому мы меняемся с Юлей по очереди. В общем, полотенце можно внизу сдать, также на седьмом этаже Infinity. Залог полотенца 500 гривен после 6 часов. После 6 часов вечера идут скидки уже на вход, там чуть ли не 50%. Мил, тебе понравилось? Она реально плывет. Ты плывешь? Под водой. Скажи своим подписчикам, что ты скажешь? Смотри, скажи, смотри, как я научилась. Смотрите, что я научилась. Держи ее. Я знаю, что ты делаешь. Та-дам! Милана. Пишите на канал. Милан, пошли домой. А? Ты устала? Нема устала, да?